В семье Батрутдиновых случилось ни с чем не сравнимое горе. 21-летний уроженец поселка Даурия Владислав погиб во время спецоперации на Украине. Как известно, беда не приходит одна. Мать погибшего Олеся, не успев проститься с сыном, с головой погрязла в судебных разбирательствах. Отец погибшего, который толком и не участвовал в воспитании сына, требует за него выплаты. Мой сын Батрутдинов Владислав Евгеньевич погиб при исполнении воинского долга. 11 мая 2022 года на территории Луганской Народной Республики. На тот момент ему исполнилось 21 год. 15 июля указом президента Владислав был награжден орденом мужества посмертно. У Олеси осталось двое сыновей, всех своих детей она воспитывала одна. От оплаты алиментов отец Владислава открещивался. Все свои долги по ним он закрыл лишь в прошлом году, когда дети уже выросли. Независимо от решения суда, женщина благодарна своим близким и знакомым Влада за поддержку, которая сейчас необходима ей как матери, потерявшей ребенка. С юных лет я растила Влада одна. Всего у меня 3 сына. Отец уклонялся от алиментов. По долгу, по алиментам он рассчитался в 21-м году, когда сыновьям уже исполнилось 23 и 20 лет. В настоящий момент у нас идет спор в суде о выплате, полагающей родителей погибшего военнослужащего. Я настаиваю, что отец этих выплат недостоин. Только суд решит, кто прав в этой ситуации, но независимый эксперт уверяет, что в таких случаях Верховный суд чаще всего встает на сторону родителя, который воспитывал ребенка. В случае, если дело решится в пользу Олеси, она получит 8,5 миллионов рублей, 5 миллионов от президента, 1 от губернатора и страховая выплата около 2,5 миллионов рублей. Екатерина Бакшеева, РТК «Забайкалье».